Душевная встреча и много ярких эмоций. Сегодня на Кошкомбинате тепло приветствовали легендарного Михаила Кузьмича. Его имя навсегда вписано в историю предприятия. Он руководил им с 1971 года по 83-й. И за это время сумел вывести Бобруйский завод в число лидеров в Советском Союзе по производству кожи. Здесь помнят о его заслугах и сохраняют лучшие традиции прошлого. Михаил Сергеевич очень любит наше предприятие. Я думаю, что он его до сих пор считает своим, ну как и мы считаем тоже, что это его предприятие. А также, как и Михаил Иванович Акунца, и теперь наши. А у нас еще есть с того времени люди, которые с ним работали, с Михаилом Сергеевичем, я имею в виду, начинали. Вот есть люди, которых он принимал на работу. В адрес Михаила Сергеевича звучали слова благодарности и уважения за преданность предприятию и своему делу. Он внес большой вклад в развитие кожкомбината и всегда в первую очередь заботился о работниках. Кузьмич Михаил Сергеевич построил больше 1000 квартир. И прикиньте, сколько сейчас квартир строится. А для чего было сделано? Во имя чего? Это все было сделано во имя того, чтобы кожкомбинат не развалился. Потому что люди разбегались. И вот одна из мер, которые он принял для того, чтобы удержать людей на этом рабочем месте, он хозспособом стал строить дома. Улица Карла Липнихта наша и улица Октябрьская, вот этот угол, это практически все дома кожкомбината. В день своего 85-летия Михаил Кузьмич прошелся по цехам и увидел воочию, чем сегодня живет родное предприятие. После экскурсии по рабочим местам экс-директора чествовали в кабинете нынешнего руководителя. Я работал до этого предприятия не то что много, но на приличных, так сказать, и организациях и так далее. Но здесь мне, не знаю, как это определить, какими словами, открылась другая жизнь. Я работал более или менее на общественной работе, а здесь пробудилась какая-то потребность проявить заботу о людях. Инициатором встречи стал деловой клуб «Кировник» при городской ассоциации промышленников и предпринимателей Бобруйска. Много лет его возглавлял и сам Михаил Кузьмич. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.